Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRasset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A51, и в этом видеоролике мы с вами включим геотеги в камере этого устройства, посмотрим, где просмотреть информацию о местоположении с фотографий, а также, что такое вообще геотеги, мы об этом поговорим. Давайте для начала зайдем в камеру. Чтобы включить геотеги, мы в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку. Дальше видим здесь пункт, если пролистаем немного вниз, который называется геотеги. Мы ставим возле него галочку и включаем их. Дальше обязательно включаем местоположение на телефоне, то есть делаем пункт локация синим. Теперь, когда мы делаем фотографию и открываем ее, мы можем в правом нижнем углу нажать на три точки, выбрать пункт сведения и увидеть точный адрес, где я сделал эту фотографию. То есть таким образом ваш телефон будет запоминать всегда, где вы делаете фото, и говорить вам об этом. На этом мы будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. У нас есть распаковка этого телефона, его секретные функции и фишки. Так что на этом все. Всего хорошего и пока!